Указом президента Российской Федерации упрощен порядок приема в гражданство Российской Федерации постоянно проживающих в России, независимо от срока постоянного проживания, граждан Республик Белоруссия, Казахстан и Молдова. Указанные лица освобождены от соблюдения требований к постоянному проживанию в Российской Федерации в течение 5 лет и знанию истории России и основ законодательства Российской Федерации. Граждане Республики Белоруссия также освобождены от соблюдения требований к владению русским языком. Граждане Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство представляют вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность и гражданство. Граждане Республик Казахстан и Молдова дополнительно представляют также один из документов, подтверждающих владение русским языком, если они не освобождены от представления такого документа.